80-летний юбилей отметил Магарамкентский район. Празднование посетили несколько тысяч человек, среди них члены регионального правительства и гости из соседних республик. В районном центре было развернуто несколько площадок. Это сельскохозяйственная выставка, концертная площадка, национальный подворье и многое другое. Поздравил жителей района вице-премьер республики Рамазан Джафаров. Он зачитал поздравительную телеграмму от главы Дагестана Сергея Меликова. Поздравляю вас с 80-летием со дня образования района. Этот юбилей дает всем нам прекрасную возможность вспомнить богатейшую историю прекрасного уголка республики, его уникальное духовное и культурное наследие, имена ваших выдающихся предков и земляков, вписавших яркие страницы в летопись Дагестана и России. В этот день в рамках празднования в районе проходил и республиканский фестиваль «Самурская осень». На сцене выступили творческие коллективы, ансамбли из городов и районов Дагестана. Принял участие в концерте и ансамбль пограничного управления ФСБ России.